Случайно мне попался этот рецепт, но я влюбилась в него с первого раза. Глазурь очень вкусная, с шелковистой структурой, прекрасно покрывает любую выпечку, но может быть и самостоятельным десертом. Приготовить глазурь из сметаны очень просто, а ее изысканный вкус и аромат украсит любую выпечку и защитит от засыхания. Можно использовать данную глазурь как дополнение к блинчикам, оладьям, сырникам, а можно просто подать на кусочки тостового хлеба. Рецепт очень удачный и к тому же бюджетный, попробуйте. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все ингредиенты. В небольшую кастрюльку или сотейник насыпьте какао и сахарную пудру, добавьте сметану и поставьте на небольшой огонь. Постоянно перемешивая все ингредиенты венчиком, доведите смесь до однородности. Добавьте сливочное масло и, продолжая помешивать, прогрейте до растворения масла. Подписывайтесь и ставьте лайки. Снимите с огня и охладите до комнатной температуры, глазурь из сметаны готова. Можно намазывать глазурь на изделия или использовать в качестве сладкого соуса. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Какао 3 столовые ложки, сахарная пудра 3 столовые ложки, сметана 3 столовые ложки, масло сливочное 50 грамм, количество порций 8-10. Щелчок, клик, нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Жду снова и желаю вкусного дня!